с Амосом. Интересный финал будет у них. Так вот, у нас вторая встреча начинается, весовой категории до 97 килограммов. Также утешительная встреча. В красном трико представители Монголии. Амарсана Майгмар... Так, тяжелое имя. И... Вычитаемое имя было так. И в синем трико представитель Молдовии Раду Лефтер. Еще раз. Да. Еще раз расскажу про результаты вчерашних полуфинальных встреч. Рамазан Багаудинов держал верх над Нурадином Наврузом со счетом 7-0. Мухаммад Каравуз выиграл у Манвела Хадерцяна со счетом 8-4. Значит, в финале встретится у нас 57 килограммов Рамазан Багаудинов и Мухаммед Каравуз, Турция. Весовой категории до 65 килограммов Зирадин Байрамов со счетом 6-2 победил представителя США Бо Бартлетт. И Шамиль Мамедов, Россия, был сильнее Сейд Хасана Эйбадермити, Иран. Шамиль заставил первую минуту, наверное, даже чуть побольше понервничать, проигрывая со счетом 0-3. Ну, потом в перерыве Мирсалам Гадисов, главный тренер юниорской сборной России, видно было, что очень грамотно все правильно сказал, что нужно менять стиль и работать атакующе, что он и умеет хорошо делать, Шамиль. Вот он уже где-то атак, очень много атак сделал, хороших. И все были успешными. И победил со счетом 8-14. Весовой категории до 70 килограммов. Сейчас у нас есть небольшая травма у представителя Монголии. Весовой категории до 70 килограммов Станислав Сымобоев уступил представителю Азербайджана Джабраилу Гаджиеву со счетом 1-6. И Станислав Навак проиграл Эльфану Эляхи, Иран, со счетом 3-8. Вот в финале встретится Джабраил Гаджиев, Азербайджан, и Эльфан Эляхи, Иран. Весовой категории до 79 килограммов Мухаммад Нурадин со счетом 10-0 выиграл у представителя Индии Балиан Горов. И также представитель Азербайджана в эту весовую категорию до 79 Ашраф Аширов выиграл со счетом 3-11 у представителя Казахстана Мухаммеда Нуржабаева. У нас перерыв. После первого периода счет 0-3. И в 97, до 97 килограммов, как уже говорил ранее, турок Палач Палатин на характере, можно сказать, вытащил встречу со счетом минимальным 8-9 у иранца Алиреза Абдаллахи.
Очень красивая схватка была, эмоциональная. И во втором полуфинале весовой категории до 97 килограммов уверенно Амос, представитель США, выиграл у Дипака. Начинается второй период. Хорошо встретил и заступ. Один балл со синим трико. Еще два балла сбивает Эфтер. Еще два балла. 10-0 должно быть. Нет. Очень грамотно, правильно. Лефтер, представитель Монголии, то и дело прыгают ноги, тем самым, да, он, наверное, быстрее хотел, чтобы встреча закончилась, уже понимал, что ничего не может сделать.